Мы еще не успели родить, а тяжелые дни уже начались. Я, конечно, не думал, что они так быстро начнутся, но я бы сказал, даже жизнь приобрела свои краски, точнее, новые краски. Чтобы вы понимали, у меня в голове творится полная каша. Просыпаюсь ночью от того, что Саша плачет. Плачет из-за того, что у него болит второе ушко. Это было так мило, с другой стороны, так грустно, потому что боли никак не проходит, и что с этим делать, мы не знаем, к сожалению. Мы, кстати, начали догадываться в тот момент, когда Саша начала набирать, прям жестко набирать. У нее она весила 136, 137, 139. То есть мы придерживались диеты, но при этом вес как-то не сходил. И мы думали, что происходит, почему? Так, вот. И только потом, уже спустя время, как она весила 140, уже мысли пошли, но мы не говорили, потому что не были уверены. Поехали в отпуск, начали гулять, тусить. Вот. И потом, когда начала болеть голова и живот, мы поняли, что опа, что-то пошло не так. Вот. Ну, теперь мы понимаем хотя бы, почему Саша набирала. Решающий момент. Кто же не пойдет на лобное? Роза или Леша? Второй момент. Раз, два, два, три. Раз, два, три. Андрей! Ты выиграла? А нет, он просто так прыгает. Леш, ты очень расстроен. Я же говорю, фартовая. Я, на самом деле, я уже смирился до этого. По-честному. А что сначала? У меня цветник тут. А вот мой самый главный цветочек. Зоечка. Помаши ручкой. Подожди. Ну, пожалуйста. Цветочек мой. Они, зараза, еще колючие. Угу. Блин, какой красивый букетик. Какой красивый. Зой, ты мой главный цветочек. Че? Цветочек мой. Крылышко. Ага.